Регионы сегодня в схожей ситуации. Все формируют бюджет на следующий год и практически все в миллиардных долгах. В общей сумме по стране 3 триллиона рублей. У республики долг перед федерацией 40 миллиардов. Задача минимум, которая стоит перед всеми – досконально просчитать бюджет. Максимум – выявить самые слабые места, то есть ликвидировать неэффективные направления. Предстоит сократить дефицит бюджета и принять меры по снижению государственного долга. Мы продолжим работу с правительством Республики Коми и будем настаивать на актуализации стратегии развития Республики Коми. Крупные инвестпроекты могут гарантировать вливание в экономику. Сегодня в Коми в разработке 190 бизнес-идей. В условиях жесткой конкуренции надо быть привлекательным для инвестора регионам. Хотя бюджет и растянут по швам, у нас все же сохранили налоговые льготы, разработали и новые механизмы поддержки. Земельных участков без торгов для крупных проектов. В текущем году такой формой поддержки воспользовались инициаторы реализации двух инвестиционных проектов. Это проект по строительству мусоперерабатывающего завода в городе Сыктывкаре, компания «Авангард Трансстрой», а также проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощной продукции в Сосногорске. Ужесточат со следующего года и контроль за участниками госпрограмм. К примеру, в этом году включенный в план тепличный комплекс в Ембе так и не будет реализован. Не утверждена смета на объекты инфраструктуры. Не определен инвестор, не говоря уже о кадрах. Кстати, со специалистами в целом по отраслям туговато. В рамках содействия развитию системы кадрового обеспечения экономики Республики Коми Министерство экономики реализует мероприятия по формированию прогнозной потребности экономики квалифицированных кадров. В текущем году разработка прогноза кадров организована на период 2018-2024 года. Агропромышленный сектор и малый бизнес по-прежнему остаются приоритетным направлением. Просто форма субсидирования кардинально поменяется. Вместо грантов они будут получать средства по фактическим расходам. Вложись в дело, получи бюджетную поддержку. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».